Здравствуйте, меня зовут Приходько Альбина, и я преподаватель Ассоциации репетиторов. Мой стаж на сегодняшний момент уже около 10 лет. Я начала заниматься репетиторством с 2014 года, когда поступила в Московский государственный областной университет на специальность преподавания иностранных языков и культур. С этого времени у меня появились первые ученики. Несколько лет проучилась в этом университете, а затем сменила его на Южный федеральный университет, где продолжила обучение и проходила практику. После практики я начала работать в центре репетиторов, где я работала с группами детей и взрослых. Но после этого я перешла в онлайн и проводила занятия индивидуально, так как я считаю, что это лучший способ в нескольких разных школах выучить язык. И брала учеников самостоятельно. За эти 10 лет у меня накопился довольно большой опыт, поэтому я буду рада, если вы выберете мою кандидатуру.